На севере Калужской области, у деревни Ершова Жуковского района, на склонах лесистого оврага, располагается небольшой, но очень живописный водопад, который здесь называют Ершовским водопадом. Вода вытекает из источника, расположенного выше, и красивым ручьем стекает вниз, образуя на склоне оврага живописный водопад. Надо сказать, что водопад выглядит замечательно в любое время года. Он красив весной, летом, но в зимнее время он еще более эффектен. Нависающий склон оврага с деревьями создает очень интересную, такую загадочную атмосферу, и, безусловно, застывшие потоки воды, снег, лед и кое-где еще зеленая трава. Особенно красивы застывшие струи воды, которые красиво обрамляют основной поток водопада. До водопада можно пройти от деревни Ершова по мостику, а в теплое время можно добраться от расположенного сверху оврага за лесом поля от примечательного одинокого дуба, спустившись по тропинке мимо источника, о котором я уже рассказывал. Полюбуемся водопадом с правой стороны, потоком падающей воды. Мне нравится смотреть водопады именно зимой. Наблюдать снег, лед и живой поток воды. Небольшой, но красивый Ершовский водопад я однозначно рекомендую для вашего посещения.